Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня у нас такой случай, не часто попадается, полная аллопеция, тотальная, да, называется. Будем воспроизводить брови, насколько это возможно, реалистично. Начинаем рисовать. Так, ну что мы там, по форме мы посмотрели, в принципе, старые брови, те, которые были сами, мы будем от них плясать, чтобы не придумывать ничего нового и не переборщить с бровями. И вы же блондин, да, были практически, получается? Ну да, я русый. Мы закончили процедуру. Пигмент ложился сложно, какие-то мелкие кровоподтеки появлялись, но это сложная очень кожа, аллопеция, она измененная, волосков своих нет, рисунок привязать не к чему, поэтому ну, работаешь экспромтом в такой коже. Всем пока, спасибо за просмотр, смотрите наши видео на наших каналах, смотрите наши онлайн-трансляции в Перископе, мы рассказываем, показываем много интересного.